Здравствуй. Что же? Как я рад, что ты пришел. Смотри. Пошел прочь. Сам ты пьяный. Если ты решил идти, одевайся. Я жду Кирилла. Ты не понимаешь красоты. Один не понимает живописи, другой музыки. А ты не понимаешь красоты. Это своего рода неразвитость. Пусть так. А ты, я вижу, играешь с женщинами. Что насчет женщин? Софи. Да, играю. А что в этом плохого? Ты же играешь в карты, почти всегда выигрываешь. А я всегда проигрываю. Тогда женись, и всему конец. Софья Николаевна красавица, да еще богатая невеста. Женись, и всему конец, и начало скуки. Нет, не хочу конца. Ты просто Дон Жуан. А Дон Жуан пустой человек, так что... А как же? Значит, Байрон, Гёте и куча других художников, это все были пустые люди. Черт. Как мне надоест, все пилит и пилит. А ты Байрон или Гёте, что ли? Дон Жуанизм в людском роде. Что это Дон Кихотство? Даже глубже потребность еще при рождении. Или при рождении. Ты женись, я тебе говорю. Да пойми, ты жениться же можно один, два, три раза, а тут... Ай, что говорить с тобой? Коль не жениться, так незачем и ходить. Знаешь, отчасти ты прав. Но мои увлечения всегда бывают искренне, неумышленны. Это не волокитство, поверь мне. Когда мой идол хоть одной чертой подходит к идеалу, созданной моей фантазией, все остальное во мне доделывается само собой. Тогда возникает идеал счастья семейного, понимаешь? Вот видишь, вот так и женись. Да, но этот идеал никогда не доживает до срока свадьбы. Что фантазия создаст, анализ разрушит. Чего ты хочешь от нее? А ты чего хочешь от ее тетки? Ну, раз ты хочешь за тем, чтобы выиграть все 60 тысяч их доходов? Да нет, у меня нет никаких расчетов. Я играю вот... От скуки. Да нет же, у меня скучно не бывает. Да, счастливый человек. О, если б не было на свете скуки. Что может быть страшнее этого бича? Молчи, пожалуйста, еще наклич что-нибудь. У меня один геморрой чего стоит. Так ты ездишь к своей кузине от скуки? Разумеется, какой вопрос? Ты же садишься играть в карты от скуки? Да все спасаются от скуки, как от чумы. Какое жалкое лекарство ты выбрал от скуки. Переливать из пустого в порожнее женщины. Одно и то же. А в карты разве не одно и то же? Но нет. Какой-то англичанин вывел комбинацию, что одна и та же сдача может повториться раз в 1000 лет только. А шансы, а характеры игроков, манера каждого, а ошибки. О, тут целая картина. Я играю в карты для удовольствия. Вот видишь... А я от скуки и для удовольствия. Одни молятся страстно, а другие... Страсти? Страсти мешают жить, мой милый. Труд – вот одно лекарство от пустоты. Дело. Дело? Угу. Какое же это дело? Скажи, пожалуйста. Как какое? Служи. Служить. Угу. Ты знаешь кого-нибудь, кто исполнял бы свою службу с удовольствием? Никто. Никто не вкладывает в свой труд человеческого, сознательного умения. Все везут воз, как лошадь, отмахиваясь от кнута. А если кнут перестал свистать, вот все ищут одних удовольствий. И все вне дела. А дела-то нет. Один мираж. Черт, как мне надоест. Какое терпение. Все пилит, пилит. Право, когда-нибудь прирежу. Ты что, считаешь делом бумаги, которыми ты занят в департаменте? Право, я больше занят делом, когда мажу свои картины, бранчу на рояле или поклоняюсь красоте. А теперь вот у меня засела мысль в голове. Буду писать роман. Пиши. Тебе больше делать нечего, как писать роман. Пиши, что в голову придет, что-нибудь да выйдет. Нужен талант. Конечно, безграмотный не напишешь. Так ты же грамотный, возьми и напиши. А зачем? У меня есть что писать, я дела пишу. Дела? Угу. Вот когда ты перестанешь писать свои дела, тогда будет дело. Да? А твой роман даст мне 5000 дохода? Да квартиру с отоплением?
да чин. Тебе не стыдно это говорить, когда мы очеловечимся? Я лично очеловечился, когда начал получать оклад в 5000. Только тогда я и понял значение экономического фактора. А у тебя беспокойная натура. А все почему? Не было у тебя строгой руки да тяжелой школы. Вот ты и куролесишь. Показывайте, зачем звали. Постойте. Прощайте. Куда же вы, скажите что-нибудь? О чем говорить? Пустое. Но вы прежде признавали во мне дарование искру. Искра и здесь есть. Но она в вас погибнет. Руки, короче, одна другой. Плечо вздернут, а вы уж зовете показывать, хвастаться. Ну, глаза удались, и улыбка тоже. Страстность у вас есть, да страсти терпения нет. Прощайте. Что же мне делать? На 3 года в академию. Рисовать с бюста, с натуры, заниматься анатомией. Впрочем, я знаю, вам это покажется скучно. Вы барин, а искусство не любит бар. Прощайте. Каков, а? Нет, все вы сумасшедшие, как я погляжу. Не пьет ли он? Кроме воды ничего. Последний из магикан. Великий. Не пьет, говоришь? Ну так удавится. Или с ума сойдет. Что это? Господи, откуда он взял эти звуки? Роман. Роман в 3 частях. Нет, в 2. Роман в 2 частях. Это перепиграф, нет. Посвящение. Посвящение. Женщины. Вами вдохновлен этот труд. Вам посвящается. Примите благосклонно. Если вас встретит вражда, лукавые толки, недоразумение, вы поймите и оцените, что вы делаете моими чувствами.
мои фантазии пером. Отдаю и свое создание, себя самого под вашу могущественную защиту и покровительство. От вас только ожидаю награды. Нет. Одобрение. Снисхождение. Ну что ж, надо ехать к бабушке в деревню. Ехать, ехать. Василиса! Василиса! Подай барину индейку. Да Барбариса Моченого, да чаю, да кофе достань, да птичьего молока. Бабушка, помилуйте, зачем же индейка? Как с дороги не поесть, это уж обычай такой. Да сколько же можно есть, а? Не желаешь, значит, не желаешь, Василиса, ничего не давай. Уж обиделась, а? Бабушка, бабушка, а вы все такая же. Бабушка-деспотка. Я не видал такой старческой красоты никогда. Спасибо за комплимент, внучек. Давно я не слыхала. Какая тут красота.
Вон молодость, вон на кого полюбуюсь. Марфенька, Марфенька! Марфенька, а помните... А помнишь, помнишь, как мы с тобой здесь бегали, как ты рисовала, плакала, а? Нет. Нет? Помню. И богу, ну, как во сне. Бабушка, я помню или нет? Разве бабушке лучше известно, помнишь ты или нет? Где ей помнить? Ей тогда и 5 лет не было. Нет, бабушка, я помню, и богу, как во сне. А помните, как вы меня через реку несли одной рукой, а Верочку на плечо посадили? Нет. Ты это помнишь? О, какая хвастунья. Не стыдно тебе? Это недавно Верочка рассказывала, а ты за свое выдаешь. Та помнит кое-что, и то мало, чуть-чуть. А где? Где Верочка? К подруге уехала, к попадье за Волгу. Да я могу послать. Да нет, нет, не стоит беспокоиться. Зачем? Да она и сама скоро вернется. Марфенька, Марфенька, пойдем к обрыву на Волгу смотрите. Нет, я боюсь к обрыву. Там место дикое, я туда близко не подхожу, у меня голова закружится, я до этого места не охотница. Почему? Там муж свою жену зарезал, когда застал ее с другим, а потом сам зарезался. А потом его там похоронили, он каждую ночь на обрыв выходит. Да, вот и Верочка не боится, она туда одна ходит и даже вниз. Ты любишь музыку? Да. А читать? Да. Читаю, когда со скуки. А что? Да и смеяться будете. Нет. Я романы люблю, которые кончаются свадьбой. А Верочка? Да, читает, только никогда книгу не покажет и не скажет, откуда достала. Да, совсем дикарка. Бог знает, в кого уродилась. Не надоедай же пустяками брату. Он устал с дороги, а ты к нему с глупостями. Дай нам поговорить о серьезном, об имении. Ой, бабушка, не стоит беспокоиться. Я счетом смотреть не стану. Как это не станешь? Зачем же ты приехал? Отдохнуть. Вот на вас посмотреть. Это все хорошо, но лучше отчет в делах. Менее. Ведь ты читал мои счеты, ведомости, что я посылал тебе? Не читал. И эти, ей-богу, я читать не стану. Разорву, если вы не перестанете приставать с ними ко мне. Разорвешь? Да как ты смеешь? Рвал счеты. Я тут пишу, считаю каждую копейку, сижу иногда за полночь, а он рвал. Что ж тогда ты думал об имении? Ничего я не думал. А если припоминал вот эти комнаты, так только потому, что в них живет единственная женщина в мире, которая любит меня, которую я люблю больше всего на свете. Да вот теперь буду любить сестер. Ах, чудак ты, чудак. Бабушка,
А не отпустить ли их всех на волю? Кого это всех? Ты о чем это? Мужиков. 48 душ на волю. Даром. Ничего с них не взять? Ничего. Нет, Борюшка, ты сумасшедший. Право, сумасшедший. Да как же это можно? Да чем ты жить станешь? Проживу. Ты что ж думаешь, что они, как только на волю выйдут, сразу господами заделаются? Так нет же, мой милый, лакей останется лакеем, а дворовая девка дворовой девкой. А вы деспотка, бабушка. Настоящая деспотка. Марфенька! Пошли к обрыву! С кем имею честь? Ну, дай посмотреть на тебя. Все такое же, немало не переменился. Господи, как я рад, что ты приехал. Что ты, как ты? Ведь ты рисовал какую-то большую картину. Писал, что готовишь ее на выставку. Да черт с ними, с этими большими картинами. Я бросил живопись. В одну большую картину надо всю жизнь положить, а не выразишь из сотой доли того живого, что так проносится мимо, безвозвратно текает. Только роман может схватить жизнь и отразить человека. Так ты пишешь роман? О чем же? Сам еще не знаю. А что ты сделаешь со мной за библиотеку? А, ты что-то писал, что какой-то Волхов рвет книги. Посмотри, что он сделал из Вольтера. Какие маленькие томики ставили. А вот тебе Дидро. Что мне за дело? Ты точно бабушка. Вот только на этой полке почти все попорчено. Проклятый Марк. А, прочие все целы. Смотри, у меня каталог составлен. Полгода сидел над ним. Видишь? Отстань, я тебе говорю. Вот ты садись, садись. Садись вот сюда в кресло и читай вслух по порядку. А я влезу на лестницу и буду показывать тебе книги. Они у меня все по номерам. Что ты выдумал? Подожди, постой. Постой. Тебе хотелось бы иметь вот такую библиотеку? Мне? Такую библиотеку? Да. Тебе такую. Такую библиотеку. Тут почти 3000 томов. Мне? С ума сойду. А ты меня любишь по-прежнему? Ну еще бы. И из нужды выручал всегда. Когда в гимназии были, за волосы оттаскал всего раза два. Да это я шутя. Может, и шутя. Больно было. Возьми себе все эти книги и кончим разговор. Ты шутишь. Не шути, Борис. Эй! Философ! Отворяй! Слышь, Платон, отворяй же скорее! Обойди с крыльца! Куда я к черту пойду на крыльцо собак будить? Отворяй! Постой, а где ты такой? Дай мне скорее другие панталоны! Да нет ли вина? Откуда ты? Что это ты? Ну давай скорее, нечего разговаривать. Ведь вина-то нет, а панталоны... Авдотья спит уже, а ключи... Я ж всегда говорил, что ты урод. Видишь какой, а? Где ты так вымок-то? За Волгой был. Вы верно привезли хороших сигар из Петербурга. Дайте мне одну. Леонтий, ты даже не представил нас друг другу. Что вы хотите от философа? Постой, Леонтий, я сам представлюсь.
Марк Волохов, 15 класса чиновник, невольный здешнего города гражданин. Что же вы здесь делать собираетесь? Ну как же, я ж тебе говорил. Борис Павлович, живописец, музыкант. А сейчас роман собирается писать. Смотри, брат, он тебя как раз в роман-то и упечет. Да, я тоже артист, только в другом роде. Ваша бабушка, я думаю, сказывала о моих произведениях. Она слышит о вас. Ну вот видите, а я всего какую-нибудь сотню яблок у нее стащил через забор, да и только. Ну яблоки мои, рвите сколько хотите. Благодарю, не надо. Привык уже все в жизни делать без позволения, так и яблоки буду брать без спроса, слаще. Я очень хотел вас видеть. Мне столько о вас... Наговорили? Что же именно? Да мало хорошего. Вероятно, вам сказали, что я разбойник, изверг здешних мест. Почти. А что же вас так позывало видеть меня после этих отзывов? К тому же я ваши книжки рвал. Он, думаю, сказывал? Делайте с книгами что хотите. Опять? Кто просит вашего позволения? Вот теперь не буду рвать, да и брать не стану. Спи спокойно, Леонтий. Ведь в сущности, придобрый, прихворнешь, ходит как нянька, за лекарством бегает в аптеку. И чего только не знает, все. Вот только житья никому не дает. Полно врать. Шалунище не проходило. Полно врать. А что вы скажете о себе? Я? Да так себе. Художник я, конечно, плохой. Но люблю красоту, поклоняюсь ей. Люблю искусство. Вот рисую, играю. Да-да. Хочу роман писать. Да вижу. Такой же художник, как все у нас. Ведь у нас все артисты. Одни лепят, рисуют, бренчат, сочиняют, как вы и подобные вам. Другие ездят в правление, в палаты по утрам. Третьи сидят у своих лавок и проделывают другие штуки. Везде искусство. А вы не хотите представить какого-нибудь разряда? Знаете, пробовал, да не умею. А вы зачем сюда приехали? Да сам не знаю. Да мне все равно, куда бы не ехать. Ну, пора домой. Прощай, Леонтий. Да ж я его-то дену. Оставь себя, пусть выспится. Ну, пожалуй, ночью проснется, ты кровлю с дома снесет. Я с вами пойду. Послушайте, мне есть хочется. Вы поможете мне осадить какой-нибудь трактир, а? Закричим пожар, тогда откроют, и мы войдем. Сначала отворят, а потом выгонят. Ну уж нет, не впустить меня еще можно, а когда я войду, так уж не выгонишь. Постойте, у меня есть мысль другая, забавнее. Моя бабушка, я вам говорил, слышать о вас не может. Пойдемте ужинать к ней. Кстати, ночуйте у меня. Я, правда, не знаю, что она скажет и что сделает, знаю, что будет очень смешно. Вы извините, но я вам не верю. В чем? Ну, в той роли, которую вы в этом... У меня нет никакой роли. Вот мне и приписывают какую-то роль. Приписывает? Стало быть, она не настоящая. Эки вы. Я вам говорю, у меня нет роли. Уже нельзя без роли прожить. А ведь у вас есть потребность что-нибудь делать. А вы ведь ничего... А вы что делаете? Я художник, я вам говорю. А вот вы, это же праздность. Мать всех пороков, хотите вы сказать. Что ж, глубокая мысль. Запишите это в свой роман и продайте. И ново, и умно. А вы, оказывается, в полку Нила Андреевича служите. Мораль читаете. Ну, а правда, что вы стреляли в него? Вздор. Я возвращался с охоты, он гулял. Увидел, что я стреляю, начал кричать. Ну, я, понятно, назвал его дураком и прицелился в него. Ну, а дальше-то? Ну, Нил Андреевич растерял палку, калоши. Потом присел на землю и просил изменений. Вот и все. Видите, это развлечение. Нет. Важное дело, урок старому ребенку. Знаете, я удивляюсь с вашим умом, способностями, образованием. По всем вам известны мой ум, способности. Я вижу. Что вы видите? Что я умею лазить в окна и через заборы.
стреляю в дураков, много ем, пью. Это вы ведь можете. Послушайте, почему вы не пьете? Да вы не бойтесь, я ведь не зарежу никого. Не подпалю ваш дом. Сегодня я особенно пью, потому что устал и озяб. Я не пьяница. Вы, может быть, тоже умны, я еще не знаю. Может быть, и нет. Но отчего вы ничего не делаете? Я же говорил вам, что я... Портрет написали? Да вы портретист, что ли? Писал портрет, но иногда... Иногда. Это не дело. Иногда и я делал кое-что. Да-да. Конечно. Я хочу написать одну большую вещь. Роман. Но у меня имение, родство. Отдать бы все это нищим и идти взять крест, идти. А нет, не сделайте, куда вам? А чего это нет? Почем вы знаете? Да вижу. Вижу, вот лицо воспылает, и глаза горят. И все от одной рюмки. То ли будет, коль выпить еще, а? Что ж вы не пьете больше? Тогда туже еще что-нибудь сочините или нарисуете. Почем вы знаете? Что, вы не верите в намерение? Ну как не верить? Ими говорят, вымощен ад. Нет, вы не сделаете ничего. И не выйдет из вас ничего, кроме того, что уже вышло. То есть очень мало. Много у нас таких было. Все пропали или спились с круга. Это все неудачники. У нас русских нет дела. Нет любви, а только миражи дела. Миражи любви. Вот у вас... Мираж искусства. Послушайте, вы... Если я вас до сих пор не выбросил в окошко, то вы обязаны этим тому, что у меня под кровом, так что ли? Вы это хотели сказать, да? Нет, вы обязаны тому, что вы просто пьяный. Да вы говорите смелее. Скажите все, что думаете обо мне. Вот вы давеча интересовались мной, а теперь... А теперь, признаюсь, мало. А чего же? Я вам надоел? Нет, не то. Вы меня просто не занимаете больше. Да, я вас знаю и вижу. Очень хорошо. Скажите же, что я такое? Что вы такое? Угу. А вы не загадка. Вы просто не получили никакого воспитания. Так. Продолжайте. Очень хорошо. Вы просто растете в моем мнении. Я думал, вы так себе дряблый, приторный, вежливый господин, об вас есть спирт. Продолжайте. Что такое воспитание? Возьмите всю вашу родню и знакомых. Воспитанных, умных, причесанных, не пьющих, опрятных, с хорошими манерами. Согласитесь, что они не больше моего делают? Да вы сами. Вот не пьете? Да, вы правы. Ни их, ни меня делу не готовили. Как не готовили? Как не готовили? Учили верхом ездить для военной службы. Дали хороший почерк для гражданской. А в университете и право, и греческую, и латинскую мудрость. Чего только не было. А все прахом пошло. Артисты. Артисты вашего сорта. Ну-ну, давайте напрямик. Бродячая жизнь и житье нараспашку. Вот все, что вам осталось, коль скоро однажды вы выскочите из колеи. Вы часто бываете пьяны, грязны и грубы. Есть между вами фаты, которые еще гордятся своим цинизмом, лохмотьем. Очень хорошо. Не в бровь, а прямо в глаз. Если много таких художников, как я, то таких артистов, как вы, еще больше. И имя им Легион. Еще немного, и вы заплатите мне вполне. Я согласен с вами. Что принадлежу к числу тех художников, которых вы назвали... Как? Неудачниками. Хорошее слово. Меткое. Да, здешнего изделия. Чем богаты, тем и рады. Но я хочу делать. И буду. И я... Смертельно хочу делать, но, думаю, не буду. А чего? Поприще. Арены для меня нет, понимаете?
Впрочем, вы рано на мне еще крест ставить. Я не кончил. Я только начинаю. Спать хочется. Ложитесь у меня, я лягу здесь на диван. Вы ведь гость. Хуже татарина. Оренька, что такое тут у тебя? Я в окно увидела свет, испугалась. Что это ты не спишь? И ром? Ты по ночам пьешь ром, Боренька? Грешен, бабушка, иногда люблю выпить. Кто это? Это Волохов. Марк? Не послать ли за дворни? Где ты его взял? Как ты с ним связался? По ночам с Марком пьет ром, Боренька. Да что с тобой сделалось, Борис Павлович? Да мы у Леонтия с ним встретились. Захотелось обоим есть, а трактир уже... Трактир, господи, этого еще не доставал. Ну вот я его привел сюда, мы здесь поужинали. А чего же ты не разбудил меня? Кто вам подавал, что подавали? Стерлядь, индейку, Марина все нашла. Да, ужинали без горячего. Как же было не разбудить меня? Дома есть мясо, цыпляты, Борюшка, ты меня срамишь. А пирожное? Пирожное, бабушка. Вот так сытый. Ну, сытый. Я сейчас пришлю варенье. Бабушка, бабушка, постойте. Ну, если хотите, я разбужу его, мы спросим. Что ты, бог с тобой. Я в кофте. Да как он свернулся. Спит точно собачонка. Стыд, Борис Павлович, стыд. Разве перин нет в доме? Ах ты, боже мой, без пирожного. Опять у тебя, Борюшка, свет горел всю ночь. И желтый ты какой на себя посмотри. К Мамыкину-то поедешь? Какой еще Мамыкин? Ну как же, ведь я тебе говорила, ты обещался. А кто это Мамыкин? Откупщик. У него дочь невеста. С глаз долой насмехаться над бабушкой. Сделай бабушке удовольствие, поедь. Бабушка, сделайте мне удовольствие, не зовите меня. Чудной, необыкновенный человек. Я ему сделаю удовольствие, а он мне нет. Женить меня хотите? Я хочу тебе счастья. Она красавица, воспитана в лучшем пансионе. Взял бы богатое приданое, зажил бы большим домом, поддержал бы свой род. Я тебе добра желаю. Хорошо, добро, не с того ни с сего взять чужие деньги, да еще какую-нибудь Галиндуху Парамоновну в придачу. Ну ладно, все пустяки, вы лучше послушайте, что я надумал. Пошлите за чиновником, довелите написать бумагу. Дом, землю, вещи. Все это я уступаю своим милым сестрам Марфеньке и Верочке в приданное. Но пока вы живы, бабушка, это остается в вашем непосредственном ведении и заведовании. А мужиков отпустить на волю. Не бывать этому, не бывать. Девушки не нищие. Марфенька, где ты? Иди сюда. Сядь. Ну так, Боренька, скажи ей, что ты надумал. Говори, говори. Ты, Вера, примите от меня дом в подарок. Хорошо? Да, братец. Не сметь! Не сметь! Бесстыдница. Где это ты выучилась от чужих подарки принимать? Кажется, бабушка не тому учила. Век свой чужой копейкой не поживилась. Стыдно, стыдно, сударыня моя. Верочка бы не приняла, она гордая. Сами же давеча сказали, что он нам брат, а не чужой.
Даже велели поцеловаться с ним. Брат может все подарить. Логично. Против этого спорить нельзя. Итак, решено. Я у вас в гостях. Не смей! Не хочу, братец. Не надо. Не надо, так не надо. Не надо. Ну вот, умница. Я сейчас. Что бабушка скажет, так тому и быть. Скажи, Марфенька, а вот тебе не скучно? Сад, цветы, книжки, которые кончаются свадьбами? Ну, разве здесь скучно? Тебе хотелось быть вот такой, как бабушка? Хорошо бы. Ну, где мне ее? Ну, а другой ты хотела быть? Зачем? Ну, другой я была бы здесь не на месте. Как зачем? Разве тебе не хочется побывать за границей, там, в Петербурге, увидеть новую жизнь? Ой, нет, я бы там со скуки умерла, я здешняя. Это скучно. Вот так весь век с бабушкой ни шагу от нее. Ну, а что бы я могла придумать лучше? Она же знает. Ну, когда ты сама будешь знать жить? Ну, когда буду жить своим домом. Когда у меня будут свои... Дети. Ну, коровы, лошади, куры. Ну, да и дети. Хочешь выйти замуж? Да иногда. А когда это иногда? Когда детей вижу. Дети, они добрые. Ну, бывают безобразные. Бывают больные. А безобразных нет. Ребенок не может быть безобразен, он же еще ничем не испорчен. Вот вы женитесь, братец, я буду воспитывать у вас детей. Говоришь, женитесь, братец, а сама раньше меня выйдешь замуж. Да, за господина Викентьева. Ну, вовсе нет. Нет? Господин Викентьев, и молод он. И сама покраснела, а? Да вовсе нет. Ну, вот 2 недели нет, а мне и нужды нет. А он тебе нравится? Да нет, я только хочу сказать, что он лучше всех здесь. Тогда все скажут. Его губернатор очень любит, никогда наследствия не посылает. Что говорит ему там разбираться в убийстве, в воровстве, нравственность испортится. Пусть, говорит, при мне побудет. Он теперь при губернаторе. Одним словом, служит. А как же? У него уже даже крестик есть. Маленький такой. Должен быть славный этот господин Викентьев. И ты славная, Марфенька. Одного жаль. Старая. Сестра Вера? Как я ждал вас? Я только вчера узнала, что вы приехали. Да, бабушка хотела послать за вами, но... Вы, наверное, совсем забыли меня? Нет, отчего же. Я вас помню. Да? А я, признаться, слабо помню вас обеих. Помню только, что Марфенька все плакала, а вы нет. Вы были лукавы, шалились, потешка, тихонько ели смородину, и одни убегали в сад. А что за книга? Спрятали, как бывало, смородину в рот. Покажите мне ее. Вы что, читать такие книги, что и показать нельзя? Хотите кофе? Хочу.
Вера, что, боитесь меня? Вы что, думаете, что я могу пошутить или небрежно обойтись? Я не знаю, чего мне надо бояться. Поэтому, вероятно, не боюсь. Вам нравится здесь? Да. Я люблю этот уголок. Волгу, обрыв. Этот лес и сад я люблю. И бабушку, и Марфеньку вы их любите? Ну, кого же мне не любить, как них? А меня? И вас буду любить, если заслужите. Вот как? Но вы должны меня любить и так. Я ваш брат. Я никому ничего не должна. Скажите, как же мне заслужить такое счастье? Какое счастье? Ну, счастье приобрести вашу любовь. Любовь, говорят, дается без всяких заслуг, так? Она слепая? Впрочем, я не знаю. Ну, а что я должен сделать, чтобы заслужить ваше внимание? Не обращать на меня внимания. Как? Никогда не замечать вас? Да, и не делать вот таких больших глаз, как теперь. Убедить себя, что моя комната, мои книги, мои досуги – это все мое. И что покушаться на то или другое. Гордость. Вы извините, милая сестра, что я буду откровенен. А вы не рисуетесь этой гордостью? А вы, кажется, начинаете завоевывать мою дружбу и доверие. Нет, это просто мне бабушка сказала, что вы горды. Бабушка? Какая право, везде ее спрашивают. Нет, я вовсе не горда. И по какому поводу она говорила вам это? Ну, я хочу подарить вам с Марфенькой вот это все. А она говорит, что вы не примете. Правда ли это? Нет. А чего? Я приму. Нет, зачем принимать? Я куплю. Продайте мне его. У меня деньги есть. Я вам 50 тысяч дам. Нет, так я не хочу. Ну, как хотите. Я на все согласна, лишь бы мне остаться здесь. Так я велю писать бумаги. Да, благодарю. Скажите, а вы долго здесь останетесь? Ну, это зависит от обстоятельств и от вас. От меня? Хорошо поет. Слышите? Марфа Васильевна, а мне что-то сейчас происходит такое хорошее, такое приятное, чего я никогда не испытывал. Будто все шевелится во мне. Я бы теперь вскочил на лошади. И поскакал бы во всю мочь, так, чтобы дух захватывал. Или бросился бы в Волгу и переплыл на ту сторону. А с вами? Ничего? Что вы испугались? Идемте отсюда, а то бабушка рассердится. Вы разлюбили меня, Марфа Васильевна.
А разве я вас когда-нибудь любила? Какие глупости, Мсье Викентьев. С чего вы взяли? Я вот бабушке скажу. А я и сам скажу. Что вы скажете? Ничего вы не можете сказать про меня? Ничего. Что-то вы сегодня такое выдумали. Пошло на вас? Сидите, я закричу. Отвечайте мне. Теперь же. Сейчас же. Если нет, я знаю, что будет со мной. Я уеду в Петербург, на край света, если вы этого пожелаете. Марфа Васильевна, скажите мне только слово. Можно мне любить вас? Если нет, я уеду. От прямой сады больше никогда. Видите? Разве не правда я говорю? Что вы любите меня? Да. Любите. 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 Как вы смеете мне говорить? Это противно. Я вас презираю. Вы заставили меня плакать. Сами рады, что я плачу. Он вам весело. Что скажет, что подумает обо мне? Друг мой, ангел. Бабушка, если она узнает, она же не простит. Простит, Марфа Васильевна, обоих нас простит. Она любит меня. Нет, это вам только так кажется, мсье Викентьев, что вас все любят, какое сокровище. Да нет, она даже говорила, что любит меня как сына. Вот она то так говорит, что вы много кушаете. Она всех любит, кто много кушает. Нет, я точно знаю, что она меня любит. Если простит мне мою молодость, то позволит нам жениться. А ваша мама знает, что вы мне теперь сказали? Говорите, да или нет? Нет еще. Как же вы смели со мной говорить об этом? Даже до свадьбы договорились, а мама ваша не знает. А я ей скажу, я ей сегодня же скажу. А если она не благословит? Я не послушаюсь. А я послушаюсь, понимаете, я послушаюсь. И без ее согласия, как и без согласия бабушки, не сделаю к вам ни шагу. Слышите ли вы это? Вы следите за мной из-под тишка. Знаете, где я провожу всякий час? Встречаетесь со мной? Очень редко. Не часто, но каждый раз это делается с умыслом. По какому праву, позвольте вас спросить? Если тебе это так кажется. Не лгите. Скажу вам откровенно, это тяготит меня. Это какая-то неволя, тюрьма. Что ты хочешь? Что я должен сделать? Чего я хочу? Свободы. Свободы? Я первый рыцарь, я... Потому не даете мне свободно дышать. Поймите, я жила здесь до вас. Вы уедете, я буду жить так же, как жила раньше. Ты хочешь, чтобы я уехал? Изволь, я готов. Я не могу этого требовать от вас, вы у себя дома. Отчего вы смотрите на меня такими странными глазами? Что вам нужно? Мне ничего не нужно. Но ты, наверное, знаешь, почему так может смотреть мужчина на женщину. Какое право вы имеете говорить мне это? Ну что ты, Вера, что я сказал? Бог с тобой. Вы даже не понимаете, я вижу, как это оскорбительно. Осмелились бы вы на меня смотреть, если бы рядом со мной был муж, брат Маша, или отец. Прости, не сердись, я виноват. Но я просто слишком живо поддался впечатлению и выразил свое участие. Это того, что я не совсем тебе чужой. Будь я посторонний, я, разумеется, позадержался бы. Я обжегся, но это не беда. Ты мне дала хороший урок, но я
И я вышла из себя по-пустому. Будемте друзьями. Ах, эти женщины со своей дружбой. Точно куличи в именины подносят. Поймите, если я не буду чувствовать себя здесь свободно, я уеду отсюда. Куда? Божий свет велик. До свидания, кузен. Прелестно. О, Игорева. Добрый вечер. Прошу прощения, господа. Прошу прощения. Опоздал. Вот вы, батюшка, уж неделю как приехали, а так и не удостоили посетить старика. А ведь я добрым людям рад. Ваше здоровье. Но ведь с нами, со стариками-то скучно. Да. Не любят, да, нынешние. Так, вы-то ведь из новых. Я не разделяю людей ни на новых, ни на старых. Говори, ваше превосходительство, да и погоди есть, поговори с ним. Бабушка, я буду есть и говорить. Да не мешайте, матушка, не мешайте ему. Кушайте на здоровье, народ молодой. Кушайте на здоровье. Дайте, пожалуйста, пирожка. Это неудобосваримые блюда. Ближе к ночи лучше всего легкий супец из крупы. Котлетку. Цыпленка. Ну и желе. Ну, а как же вы, батюшка, людей понимаете, а? Любопытно. Ну, смотря по тому, какое они впечатление на меня делают, вот так и принимаю. Похвально. Люблю за правду. Ну, как вы, например, меня понимаете, а? Я вас боюсь. Чего ж так, скажите? Я позволяю всем говорить откровенно. Вот вы говорят... Ваше превосходительство. Вот вы, бабушка, мне говорила, журите всех. И кому-то голову намылить. Что ты, Борис Павлович, на меня-то? Не мешайте, матушка, не мешайте. Я люблю, когда обо мне правду говорят. Точно, журю. Помнишь? Точно так, ваше превосходительство, помню. А за что, братец? Был одет пестро. Да. В воскресенье пожаловал ко мне от обедни. Ну, за это спасибо. Но одолжил. Вместо форменного фрака сюртучок какой-то на отлете. Не-таки ли, как вот у меня? Да, почти. Панталоны клетчатые, жилет в полоску. Шут, шут. А тебя журил? Был грех, ваше превосходительство. А за что? Помнишь? За папеньку тогда. Да. Вздумал отца корить.
Ну, отца слабость, пьет. Так он его усовещивать. Отца-то. Деньги у него отобрал. Вот я и пожурил. И что же? Спросите их, благодарны мне же. Молодых послушать, все старое нехорошо. И сами старики глупы, пора их долой. Дай волю, они бы и того. Да, и надо бы им то сделать. Это точно, ваше превосходительство, что не к добру все это новое ведет. Я тоже так полагаю. Вот хотел бы я ваше мнение знать. Мы век свой в деревне, городок у нас небольшой, ничего не знаем. Любопытно было бы послушать петербургского просвещенного человека. Вот отчего это все народы волнуются? Какие народы? А вот хоть бы индейцы, например. Ведь это же канальи все, не христиане. Ходят голые и пьяницы горькие. А страна, говорят, богатейшая, ананасы, как огурцы, растут. Чего им еще надо? И вот, вчера читал я, что шотландский король посетил город христианию. А что тому за причина, неизвестно. И вам это очень интересно. Ну а как же? Зачем же пишут об этом, если королю не было особой причины посетить город христианию? О пожаре не пишут? Нет, нет, о пожаре там ничего не пишут. Там только сказано, что его величество посетил народное собрание. Теперь во Франции воцарился Наполеон. Ну так что же? Он ведь насильно воцарился? Как насильно? Его выбрали. Ну а если отчасти насильно, что с ним делать? Такие выборы – это куром насмех. Как же это терпят все? Не вооружаются против него? Да, вот попробуй-ка. А что же? Собрать бы со всех государств армии и пойти, как против покойного Бонапарта. Вот тогда бы... Вот вы предложите план вот этой кампании. Куда нам? Не по чину мне. Вот простите, я еще хотел спросить. Вот, к примеру, Ирландия. Страна бедная, есть нечего. Картофель один и тот, говорят, в пищу непригодно. Так что же? А Ирландия находится в подданстве у Англии. А Англия страна богатая. Так вот тепереча половину хлеба и скота у Англии взять и отдать туда, в Ирландию. Ты что же это, брат, проповедуешь? Бунт? Ну что вы, какой бунт, ваше превосходительство? Я ведь просто так, из любопытства. Ну вот если в Вятке или Перми голод, а у тебя возьмут половину хлеба, да и отдадут туда даром. Ну что, как можно, ваше превосходительство? У нас совсем другое дело. А ну как услышат тебя мужики. Да боже, сохрани. Да, они теперь уж о воле заговаривают. Сохрани нас Бог. Так кто же это наговорил вам на меня страхи? Кто? Да Марк Волохов, тот, что прислан сюда на житие. Этот разбойник? Да разве вы знаете с ним? Мы приятели. Приятели?
Татьяна Маркова, что я слышу? Не верьте ему, Нил Андреевич, он сам не знает, что говорит. Какой он тебе приятель. Что вы, бабушка, не он ли у меня ужинал, ночевал? Борис Павлович, помилосердствуй, помолчи. Не я, Нил Андреевич, а Борюшка привел его ночью, я и не знала. Так вы с ним по ночам шляете? А знаете ли вы, что он подозрительный человек, отверженный церкви и общества? Да. По его словам, выходит, что я глотаю людей. Нет, пока еще не глотаете, но по какому-то одному вам известному праву оскорбляете их. А кого я оскорбил? Кого? Но вы же своих подчиненных за людей-то не считаете. Они, правда, на вас не в обиде. Но кто вам дал право быть судьей чужих пороков? А вы, молодой человек, вы по какому праву вы смеете делать мне выговор? Я 50 лет на службе, и ни один министр не сделал мне ни малейшего замечания. Если я пожурил своих чиновников за легкомыслие, за ветреность... Ветреность и легкомыслие еще не главные преступления. А вот про вас весь город знает, что вы взятками награбили кучу денег, обобрали и заперли в сумасшедший дом родную племянницу. Однако бабушка и я пустили вас в дом, да еще посадили за стол. Вот за это вы можете нас пожурить. Сейчас еду к губернатору. Татьяна Марковна, или мы не знакомы с вами, или чтобы ноги этого молодца у вас в доме не было. Кто это тебе сказал? Кто это ему сказал? Я тебя в Сибирь упеку. И весь дом в Сибирь, и вас в 24 часа. Это кого в Сибирь? Внука моего Бориса Павловича Райского? Полно тебе вздор молоть, Нил Андреевич. Смотри, ты багровый совсем стал, того и гляди, лопнешь от злости. Выпей лучше воды. Какой секрет, кто сказал? Да я сказала. И сказала правду. Может, нет? Весь город знает. Татьяна Марковна... Что, как... Татьяна Марковна? 65 лет уж, Татьяна Марковна. Что, как? И по делам тебе, что ты лаешься на всех. Как вы смеете мне говорить это? Я... Ты кто? Ничтожный приказный. Только что генерал. И ты смеешь кричать на женщину? Зазнался урока хочешь. Я дам тебе один раз навсегда. Будешь помнить. Ты забыл, что бывало в молодости, когда ты приносил к моему отцу бумаги на подпись? Ты при мне сесть не смел. И по праздникам не раз получал из моих рук подарки. Да если бы ты еще был честен, так никто бы тебя и не корил этим. А ты наворовал денег. Внук мой правду сказал. И мы по слабости терпели тебя. И молчать бы тебе, да каяться под конец за темную жизнь. А ты все не унимаешься, раздулся от гордости. А гордость пьяный порог, наводит забвенье. Отрезвись же, встань и поклонись. Перед тобой Татьяна Марковна Бережкова. Вот мой внук, Борис Павлович Райский. Не удержи я его, он сбросил бы тебя с крыльца. Но я не хочу, чтобы он марал от тебя руки. С тебя довольный, Лакеев. У меня есть защитник,
а найди ты себе. Люди! Я в Петербург напишу. Пиши, пиши. Не то они помогут написать. Грамоте обучены. Город. Город в опасности. В Сибирь. В 24 часа. В Сибирь. Татьяна Марковна, вы лучшая из женщин. Эту похвалу я принимаю. А вот тебе похвала от меня. А это от другой женщины. Бабушка, вы необыкновенная женщина. А ты урод. Только хороший урод.
Ты думаешь, вот так и вот тут век прожить? Да, как же, чего же мне еще? И ничего тебе не хочется, никуда тебя не тянет. Голова твоя не просит свободы, простора. Ты же взгляни, за окном все тот же забор, чуть подальше все тот же купол церкви. Под носом. А под носом вон что? Мало, что ли? Книги, ученики, жена в придачу. Ты душевный мир. Ученики, книги. Разве это жизнь? Потом старые книги сделали свое дело. Чего нет в этих книгах, того и в жизни нету или не нужно. Умею только прочитать. Вся программа общественной и личной жизни у нас позади. Греки, римляне бессмертны. А мы что, давай выдумывать какую-то свою новую жизнь? Вот о чем мне никогда и никуда и ничего дальше своего угла не хотелось. Не верю я в этих нынешних великих людей. Ты не веришь в развитие, в прогресс. Как не верить? Верю. Вся эта дрянь, мелочь, на которую рассыпается современный человек, исчезнет. Все это соберется и сомнется рукой судьбы в одну единую массу, из которой выльются со временем опять колоссальные фигуры. И потечет жизнь цельная, ровная. Это и будет вторая древность. Как не верить в прогресс? Верю. Ты все тот же старый студент Леонтий, все нянчишься с отжившими понятиями. Что есть ты сам? Кто? Учитель латинского и греческого языков. Несколько поколений к университету подготовил. А ты? Ведь ты художник. Художник. Все есть. И звуки, и образы. Огонь, жажда творчества. Почти еще ничего не начал. А может, не нужно всего этого? А нужно дело. Борьба. Какое еще дело? Я свое дело делаю. Никого знать не хочу. Никого не трогаю, меня никто не трогает. У меня есть книги, есть жена. Она меня любит. Смотри, смотри. Профиль, профиль. Смотри на этот отделяющийся сзади локон. Смотри на этот немигающий взгляд. Видишь линию затылка? А. Ну чем не римская головка? А ведь ты, в сущности, ребенок. Все известно. Нила Андреевича выгнали. Для начала это хорошо. Дайте мне сигару. Знаете, вы со временем могли бы сделаться порядочным человеком. Но какова старуха, а? Кстати, она не выгнала вас из дома за то, что вы мне дали ночлег? Упрекала, что без пирожного спать уложил. Я знаю, она старуха хоть куда, с характером. Но наконец нашелся человек, кому вы симпатизируете. А я проститься пришел. Скоро еду. Уже? Что так? Скучно. Скучно, говорите? А вы влюбитесь в Веру. Начните с ней роман. Что же она? Или не поддается столичному дендизму? Да как она смеет, ничтожная провинциалка? Тогда вот что. Возьмите на вооружение старинную науку. Наружный холод
и внутренний огонь, небрежность приемов и гордое пожимание плеч. Говорят, это действует. А то что томить себя вздохами? Не спать по ночам, караулить. Рад бы влюбиться, не могу. Не по летам. Да и не вылечусь от скучки. А вы попробуйте. Да я уверяю вас, что через 2 недели будете влюблены. Через месяц будете стонать, бродить, как тень, играть драм. Пожалуй, если не побоитесь Нила Андреевича, то и трагедию. Вы сумасшедший. Послушай, как же ты едешь, а твоя библиотека? Какая библиотека? Ну вот каталог, посмотри. Но я же подарил тебе все книги. Полно шутить, скажи, куда их? Все, Леонтий, прощай. Прощайте. Увидимся ли? Прощайте. Вы же не уедете. Напрасно так думаете. Уеду на этой неделе. Послушай, а твой роман, ты же сказал, что кончишь его здесь. В Петербурге закончу. Да не кончите вы романа. Ни живого, ни бумажного. А чего ты думаешь, что он романа не кончит? Где ему? Он неудачник. Я вчера видела Егорка, опять отнес ваш чемодан наверх. Да, что? Так. Ты хотела спросить, скоро ли я уеду? А должно быть, интересное письмо ты читала, когда я вышел. Должно быть большой секрет. Ну, покажи письмо. Свободно. Любишь? Ну хорошо, а если и люблю? То что же нельзя, грех, стыдно? Вы, братец, не позволите. Рыцарь свободы. Не смейся, Вера, я действительно достойный ее рыцарь. Тогда люби открыто. Не прячься. Не бойся никого, ни бабушки. Никого. Любовь — это счастье. Дай хоть позавидовать тебе. Никто не вправе требовать у меня отчета. И бабушка? Ты ведь ее боишься? Я никого не боюсь. Покажи письмо. Ты любишь, да? Да. Я люблю другого. Кого? Ну что же вы испугались? Вы сами хотели? Кого? Что вам за дело до имени? Уезжайте. Я просто боюсь за тебя, Вера. Ну, когда я начну погибать, то непременно спрошу разрешения у вас или у бабушки. Имя? Имя кто писал? Мне давеча Марфенька все пересказывала, как вы проповедовали свободу любви, учили не слушаться бабушки. А теперь сами хуже бабушки. Требуйте чужих тайн. Я хочу узнать имя, чтобы убедиться в истине и охладить. Я знаю, я сейчас все узнаю. Если они скучные, я уеду. Только не гони ты меня. Дай хоть иногда быть с тобой. Пусть мучатся, но... Только не спать. Ах, кругом сон, такая тоска, цели нет, искусство не дается мне. А всякое так называемое серьезное дело кажется мне до крайности пошло, мелко. Я хотел бы трудиться. Не способен, не приготовлен. Ты дай мне любви. Страсти.
Вы бредите, Борис Павлович. Господи, чем все это кончится? Да. Сойду с ума или брошусь в Волгу, или умру. А? Я живуч. Я не верю в страсти. Что страсть? Счастье, говорят, в глубокой сильной любви. Ложь. Ложь. Любовь – ложь. Да. Это святая возвышенная любовь. Это ложь. Ложь. Это мундир, в который хотят зарядить страсть. Но она беспрестанно лезет вон, рвет его. Возьми самое вялое создание в студии. Какую-нибудь купчиху со слободой. Или чиновника, благонамеренного, приличного. Все беспрестанно чувствовали, кто раз в жизни, кто больше, смотря по темпераменту. Кто тонко, кто грубо. Животное, смотря по характеру. Страсть, ее судорогу, ее муки и боли. Это другую жизнь среди жизни. Это хмельную игру сил. Это блаженство. Нет ничего не может заменить ее. Ни слава, ни деньги. И даже творческая сила. Ничто. Уезжайте. Это злая вера. Ну, скажи, кто ж тот счастливец? Кого ты любишь? Я пошутила. Я выдумала так. А письмо? Письмо от попадьи. И больше ты ничего не хочешь сказать? Скажу все то же. Что? Уезжайте. Не уеду. Бабушка, что есть вера? Сам видишь, что говорит. Я ничего не вижу. И никто не видит, потому что великая скрытница. А сегодня просыпаюсь, а Марина мне и говорит. Барышни уехали за Волгу, видал? Как за Волгу? Это странно. Опять за Волгу. А вы попадете, знаете, знакомы? Ну а как же, она училась с Верой в пансионе, там подружились. Верочкин взгляд, любой каприз для нее святы. Что та сказала, то только и умно, и хорошо. Но зачем же она и любит, если она без характера? А зато и любит, что характера нет. Сильный сильного никогда не полюбит. Твой бабушка мудрец. А ты уж думал бабушку учить? А Вере ведь не друг нужен, а послушная раба. Раба, говорите? Сама говорит только о свободе, о равенстве. А самой рабой нужны. А вы заметили, что на последнее время слишком задумчиво стало? Замуж пора ей, вот что. Я спрашивал доктор, тот все на нервы. Дались им эти нервы, что это за нервы такие? Бывалые доктора никаких нерв не знали. Поясница, так и говорили, болит поясница или под ложечкой, от этого и лечили. А теперь все пошли нервы. И у тебя, как я вижу, все нервы да нервы, что-то желтый ты совсем стала. Да нет, просто я несчастлив. Если кто несчастлив, то сам в этом виноват. Судьба каждому дает какой-нибудь дар. Одному, например, дано много ума или какой-нибудь остроты, зато богатство не дала. Другой красив картинка, зато петый дурак. Ну, а есть такие, которым судьба ни остроты не дала, ни богатства, зато дала трудолюбие. Этим берут. Ну, а кто все спотыкается, падает, лежит в грязи, значит, не прощен. А не прощен, потому что не одолеет себя. Кому судьба дала свой дар, не будь лежебокой,
А если прозевал, загубил дар судьбы, сам виноват. Это про меня. Про меня. Чудной ты, необыкновенный человек. Одно слово — чудовище. Но чего тебе не достает? Богат, красив, умом тоже, кажется, Бог не обидел. Нет счастья. Нет. Молчи, не говори так. Судьба подслушает и накажет. Всегда будь доволен. Или показывай, что доволен. Рожна тебе не хватает, прав слова. Рожна. А что такое рожон? А то, что человек не чувствует счастья, коли нет рожна. Надо ударить его бревном по голове, тогда он и узнает, что счастье было. И какое оно плохенькое не есть, а все лучше бревна. А Вера? А не влюблена ли она в кого-нибудь? Господи, спаси и сохрани. Этого только горе не хватало. Да и в кого тут влюбиться можно? Не в кого. Так уж и не в кого. Ну, разве лесничий? Тушин Иван Иванович. Хороший человек. Да он, кажется, не прочь, я замечала. Славная бы пара, Вере. Лесничий? А что такое лесничий? А с Борисом Павловичем мы уже познакомились. На дороге от парома Вера Васильевна вдруг как закричит: смотрите, это мой брат мокнет под дождем, давайте возьмем его в повозку. Ну и пришлось взять. Вы уж извините меня, старуха, а вы все, кажется, сумасшедшие. Такую грозу, да через Волгу, Вера. В такую грозу. Ну, поехала к попадье, прожила там 3 дня, так проживи еще день, пережди. Марина, быстро, самовар. Помилуйте, ну что ж гроза, это только старым бабам. Покорно благодарю, а я-то кто? Извините, я не нарочно с языка сорвалась, я про простых баб. Ну, Бог вас простит уже за то, что доставили ко мне мою Верочку. С Иваном Ивановичем, бабушка, как-то не страшно? Да уж, Иван Иванович, вон медведей бьет. Иван Иванович, возьмите меня как-нибудь посмотреть, хорошо? С удовольствием, Вера Васильевна. Вот зимой как соберусь, прикажите только. Вы надежный друг. Я полностью полагаюсь на вас. Благодарю вас. Не забудьте же, что сказали теперь. Если понадобится что-нибудь, когда... Когда загремит вот такой гром. Всяко. Когда у вас загремит гроза, Вера Васильевна, спасайтесь за Волгу в лес. Там живет медведь, который послужит вам, как в сказках сказывают. Хорошо. Я буду помнить. Иванова. Что он тебе? Друг. Я доверяюсь ему во всем. Ну что ж, я завтра уеду. А если я не хочу? Ты? Да, я. Зачем? Угадайте. Скажи правду, я приму все. Все?
Да все. Смотрите, брат, не раскайтесь потом. Так мне остаться? Оставайтесь. А зачем тебе это? Ну, вы бы все равно не уехали. Вон Егорка уже 10-й раз носит чемоданы сверху вниз. Скажите, брат, допустим, я могла бы разделить вашу великую страсть. Что тогда? Как что? То есть как что? Обоюдное счастье? А вы уверены, что могли бы дать мне его? Боже, да я всю жизнь тебя отдал бы. Мы уедем в Италию. Ты будешь моей женой. Скажите, а сколько раз вы предлагали это женщине? Ну, были, конечно, встречи. И много, но я не говорил так искренне. А сколько раз вы говорили именно эти слова? Не каждой ли женщине при всякой встрече? Что ты хочешь этим сказать, Вера? Господи, ну какой из вас муж? Это даже смешно. Впрочем, мы поговорим об этом потом. Потом. Что так поздно? Я только на четверть часа опоздал, я обещала в 9. Ну что вы, ничего не случилось? А что должно было случиться? Я каждый день жду, что вас спасает на гауптвахту или опять вызовут в полицию. Нет. Я теперь стал осторожнее. Скоро ли это воздержание кончится? Вы, должно быть, боитесь Успенского поста или бережете ласки для... Я не люблю, когда вы так шутите, вы это знаете. Тон нехорош. Да, неприятный. Отучитесь от него и вообще от этих волчьих манер. Это будет первый шаг к человеческой правде. Ах вы, барышня, девочка. На какой еще азбуке сидите вы, на манерах да на тоне? Как медленно развиваетесь вы в женщину. Перед вами свобода, жизнь, любовь, счастье. Вы разбираете тон, манеры. Уедем отсюда, Вера. Уедем. Вы теперь как мой брат заговорили. А он что? Все влюблен? Да, право, не знаю, что с ним делать. Что? А дурачить его, вот что? Нехорошо и совестно, да и не мое это дело дурачить. Совестно говорите? А вы думаете, он вас не дурачит? Ищет себе развлечений, надо его проучить. Лучше все сказать ему, он уедет. Не верьте, хитрит. А лишь узнает, так возненавидит вас. Еще, пожалуй, пожалуется бабушке. Этого нельзя. Вы сами должны сказать ей. Скорее бы. Уехать мне разве на время? Вы уезжали. Что же вышло? Он неизлечимый романтик. Он не романтик, он поэт, артист. Я начинаю верить в него. У него много чувств, правды. Я все давно бы сказала ему сама, если бы у него самого не было ко мне того, что он называет любовью. Но когда это увлечение пройдет, я все скажу ему. Да ну его! Мы не затем сошли, чтобы заниматься им. У меня душа за вас непокойна. Если б не вы. Завтра бежал бы отсюда. Завтра уедем, Вера. Куда ехать? Зачем? Я верю всему, что кажется мне верным и честным, но уехать нет. Вы можете только рассуждать о любви. Что ж вы требуете, чтобы я не рассуждала? Я люблю вас. И требую ответа полного.
Разве во мне любви меньше, чем в вашем Райском с его поэзией? Я только не умею поэтически говорить. Да и не надо. Любовь неразговорчива. Если у вас нет доверия ко мне, оставим друг друга. Так больше продолжаться не может. Да. Лучше оставим. Ах, Вера. Вы все еще как цыпленок. Прячетесь под юбки вашей наседки бабушки. У вас ее понятие о нравственности. Любовь одеваете в какой-то фантастический наряд, как райский. А ведь дело у нас простое и прямое. Мы любим друг друга. Так или нет? Я слушаю с вас. И верю, когда вижу, что вы дело говорите. Вас смущала резкость во мне. Я сдерживаюсь. Отыскиваю старые манеры. Скоро буду шаркать ножкой, кланяться и улыбаться. Все это шутки. Не того я хотел. Тогда чего же? Всего. Всего. А если не всего, то многого. А пока не смогла добиться даже того, чтобы вы поберегли себя. Оставьте. Опять потянем его мертвым воздухом. Вот и весь ваш ответ. Все ложь, все неправда. А что правда, знаете ли вы сами? Знаю. И вы могли бы знать. Правда в том, что нельзя жить так, как все мы живем. Когда все кругом смердит. Вот правда. А вас заела рефлексия. Вы, барышня, замуж хотите. Если бы я была барышня и хотела замуж, то для этого я бы выбрала не вас. Простите, я гроб. Я не сплю по ночам, это пытка. Ведь вы любите меня, правда? Я зову вас к счастью, вы боитесь его. Я не боюсь, но я не верю в счастье на месяц, на... Вы хотите на целую жизнь за гробом? Да, на целую жизнь. Я не хочу предвидеть ему конца. Вы предвидите и предсказываете. Я не верю такому счастью. Вера, я не знаю. Оно не искренне, не прочно. Я не знаю, где я буду через год и что будет со мною. Прощайте. Прощайте, Вера. Я хотел с обеих сторон свободы. Я ошибся в вас. Спи, дитя. Прощайте. Постараемся не видеться больше. Прощайте. Да. Постараемся не видеться. Мы счастливы быть не можем. Уже ли не можем? Марк. 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 Отдаю свое создание и себя самого под вашу могущественную защиту и покровительство. Себя самого. И покровительство. Только от вас я жду наград. Нет. Одобрение. Нет, снисхождение.
брат. Я больше не пойду туда, в беседку. В беседку? Но если я не смогу, если я не выдержу, не пускайте меня. Удержите. Даже силы, если нужно. Я вас для того и оставил. Простите меня. На кто? Кого ты любишь? Там у беседки я встретил Марка Волохова с ружьем. Не он ли стреляет? Он сам. Шутишь? Шучу. Шутишь. Я так и понял. Вот она, любовь. Не угодно ли попробовать? Меня толкают, смеются. А я люблю. Еще как люблю. Роман в трех частях. Нет, в двух. Роман в двух частях. Теперь эпиграф. Нет, посвящение. Посвящение. Женщины, вами вдохновлен этот труд. Вам посвящается. Примите благосклонно. Это такое важное дело, Мария Егоровна, что вдруг решить я ничего не могу. Но Марфа Васильевна согласна, она любит Николеньку. А почем он это знает? Кто ему сказал? Кажется, они уже объяснились. За то, что Марфенька выслушала его объяснение. Она сидит теперь взаперти в своей комнате в одной юбке без башмаков. А чтобы ваш сын не смущал бедную девушку, я не велю принимать его в дом. Если бы я предвидела, что Николенька впутает меня в такое неприятное дело, извините, Татьяна Марковна, поспешите освободить из заключения Марфу Васильевну. Виноват во всем мой, но должен быть наказан. А теперь прощайте. И опять прошу, извините меня. Прикажите человеку подать коляску. Коляска ваша давно отложена, и кучера, я думаю, мои люди напоили пьяным. И вы, Мария Егоровна, останетесь у меня и сегодня, и завтра, и целую неделю. Помилуйте, после того, что вы сказали. После вашего гнева на Марфу Васильевну и моего Колю. Мочи нет, жарко. Извините, душ, скиньте-ка и вы мантильку, да и шляпку тоже. Вот так. Видите, какая жара. Ну, мы их накажем. Женим. У меня будет еще внук, а у вас дочь. Ведь я только... старые обычаи хотела поддержать. Да, видно, не везде они пригожи, эти старые обычаи-то. Где Николенька-то ваш, пусть идет.
Николенька! Ведь я хотела остеречь их моралью. Даже нравоучительную книгу в подмогу взяла. Целую неделю читали, читали, читали. А как только вечером поздно пошли в сад, вот вам и мораль. Милости просим, Николай Андреевич. Здравствуйте, Татьяна Марковна. Я вам привез концерт в билеты. Что ты мелешь, опомнись. Ой, билеты в концерт. Благотворительный. Я взял и вам, и маменьке, и Вере Васильевне, и Марфе Васильевне. Отличный концерт. Первая певица из Москвы. Зачем нам в концерт? У нас вон соловьи в саду хорошо поют и даром. Тогда в канцелярию пойду. Сядьте, Николай Андреевич. Да послушайте, что я вам скажу. Как вы оправдали мое доверие? Я вас считала скромным, послушным. Думала, вы не станете сбивать с толку бедную девочку. А вы... Татьяна Марковна, я нынче не успел позавтракать. Нет ли чего? Видите, какой хитрый. И не треплите шляпу, она не виновата. А лучше скажите, с чего это вы вздумали, что за вас отдадут Марфеньку? Так значит, вы согласны, бабушка? Вот уж и бабушка. Не рано ли стала величать? Да и к лицу ли тебе жениться? Ну, погоди, года 2-3 созрей. Да поумней, перестань повесничать. Значит, вы не согласны? Ну что ж. Я сегодня же уеду отсюда. Пойду в гусары, наделаю долгов, совсем пропаду. О, еще грозит. Я вольничать вам не дам, сударь. А вы отдайте Марфу Васильевну. Я буду тише воды, ниже травы. Буду слушаться. Ничего не съем без вашего спроса. Так ли? Так. Ей-богу, так. А кушать все хочется. Да нет. Теперь уж мне не до еды. Подойти. Что случилось? Я другую ночь не сплю совсем. Днем тут его ученики вертелись, а ночью он. Что случилось? А что с ним? Вот не знаете. Коза ушла от него. Коза? Какая еще коза? Ну, известно какая, жена. Вместо того, чтобы плакать от счастья, этот урод убивается горем. Я в аптеку сбегал. Лекаря привел, а он лекаря прогнал, видали? Переспит, не мешайте, я пойду отдохну домой, а вы останьтесь, чтобы он чего не натворил над собой в припадке тупоумной меланхолии, ничего не слушает, я уж хотел его побить. На кухарку положиться нельзя, она же идиотка. Вчера ночью дала ему принять от головной боли зубного порошка. Ну, я пошел. За что такая милость? Я вас благодарю, что вы не кинули моего бедного друга. Ах, очень приятно. Я давно искал случай услужить вам. Что-то вы, Волохов, все как клоун в цирке, изворачиваете себя наизнанку. Вы все рисуетесь в жизни. Рисуете жизнь. Ну на кой черт мне вам ваша благодарность? Разве для этого пришел к Леонтию? Ну хорошо. Хорошо. Бог с вами, Марк Иванович. Бог с вами. Вы думаете, быть грубым, это значит быть простым, натуральным. А я просто думаю, что чем мягче человек, тем он больше человек. Хорошо. Сахарничайте, как хотите. Леонтий, я перевезу к себе. Там он будет как в своей семье.
А если горе не пройдет? Пусть он останется навсегда в моем доме. В тихом углу. Вот теперь дайте руку. Это дело, а не слова. Славная мысль пришла вам в голову. Знаете, благородная. Не мне, а женщине пришла эта мысль. И не в голову, а в сердце. И потому теперь я не приму ваши руки. Это бабушка выдумала. Экая здоровая старуха это ваша бабушка. Я к ней как-нибудь на пирог приду. Жаль, что старой дури в ней набито много. Но я пошел. Да, вы смотрите за ним. Лекарь посоветовал ему голову мочить, а лучше обложить на ночь сырой капустой. Я нынче ночью тут заснул нечаянно, а он в забытии, что ли, всю капусту потаскал с головы и съел. Ну, прощайте. Я не спал и не ел, и жрать хочется. Может, подождите, я пошлю кучера домой за ужином? Нет, я уже дома поужинаю, да и заодно в баню схожу. Я тут, вон, выпачкался весь. Похудели, и вид у вас нездоровый. А на мой взгляд, вы еще нездоровее. Но желтые пятна, глаза ввалились совсем. Разное беспокойство. У меня тоже. Прощайте. Ушел. Я притворился, что я сплю. Тебя давно не видел. Я так ждал. Я только сегодня узнал, что ты болен. Врут. Я не болен. Притворился, понимаешь? Жизнь кончилась, если она не вернется. Ее нет, вот моя болезнь. Я не болен, я умер. Все прошлое и настоящее мое, все умерло без нее. Извини, но я чего-то не понимаю. Мне кажется, если она даже вернется, то ты не... Как же ты пишешь роман, а не можешь понять такого простого дела? Извини, но ты просто сам иногда шутил, говоря, что так привык к ней, что изменяешь ей со своими римлянами, греками. Врал, хвастал, не понимал ничего, Борис, и не случись этого, никогда бы не понял. Я думал, что я люблю древних людей, древнюю жизнь, а я просто любил живую женщину. Я думал, что я... Люблю книги моих учеников, старых и новых людей, и вот тебя, и этот городишко с этим переулком, с этими заборами, с этой рябиной. А я просто любил ее. И если она вернется, я не знаю, как я буду любить ее. Только теперь понял. Целый день провели у Леонтия, обо мне забыли. Ну что, страсть? Все мучает, да? Какая вы резвая, веселая. Я веселая от того, что вижу вас. Что вы смотрите на меня так? Я не сумасшедшая. Мне просто страшно с тобой. Ты нездоров? Я просто очень рада, что вижу вас. Я целый день ждала, смотрела в окно, прислушивалась к шагам. Ты знаешь, я очень устал. Так измучился. Я уеду. Ты пусти меня. Нет. Не хочу. Вы просили мук, страсти. Я дам вам их. Это жизнь, говорили вы. Вот она. Мучайтесь. И я буду мучиться. Будем оба мучиться. Любовь прекрасна. Она кладет на жизнь глубокий след. И этот след люди называют счастьем. Кто это проповедовал? А теперь бежать не... Ты гибнешь, Вера. Может быть. Что же? Что вам? Ты была у обрыва? Да. Зачем же вы
Не стерегли меня. Я просила. Зачем же ты? Твой идол волк. Да-да, волк. Как ни корми, все к лесу глядит. Не пускайте меня. Не пускайте. Удержите, если нужно, даже силой. Не пускайте. Вы видите, до чего я дошла. У меня никого нет, только вы. Бабушка не поняла бы, простите меня. Я располагаю, но я готов, я готов. Через неделю эти выстрелы прекратятся, быть может, навсегда. Куда же ты? Стой. Я туда. На минуту. Мне нужно проститься. А вы подождите меня здесь. Пустите меня. Нет. Вы не удержите меня, слышите? Нет. Пустите! Как это грубо, дико! Нет, я не этой силы хотел бы удержать тебя. От чего удержать? От гибели, может быть. Никакой гибели нет. Разве можно меня погубить, если я не хочу? Ты не хочешь, но гибнешь. Если я хочу гибнуть. Если я хочу. Никакой гибели нет. Мне нужно проститься с ним. Увидеться. Для того, чтобы увидеться, не надо. Не надо этого хотеть. Пустите меня. Я все равно увижу с ним. Часом ли, днем позже. Все равно. Хоть роту солдат зовите, весь город, всю дворню не удержите. Вы слышите, меня не удержите. Какой же платы вы потребуете за свой добродетельный подвиг? Брат, 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 если когда-нибудь вы умирали в минуту 100 раз от нетерпения и от страсти, если... Ваше счастье просилось вам в руки и ускользало, а ваша душа простилась вслед. За ним припомните такую минуту. Брат, это моя минута. Она пройдет, все пройдет. Это моя минута. Нет, нет, нет. Там решается не только моя судьба, но и судьба другого человека. Если между нами ляжет пропасть, я буду считать вас виновником несчастья всей своей жизни. Я только... На минуту. На минуту. Мне надо увидеть, услышать. Может быть, он уступит. Прежде вы были так аккуратны. Мне не приходилось тратить столько пороху. Это я так, чтобы начать разговор. Я сам одурел совсем от счастья, как райский. Я в последний раз пришла. Я слово сказала, дала, что больше не приду. Стало быть, время дорого. Мы разойдемся навсегда, если глупость, то есть бабушкины убеждения, не разведут нас. Я скоро еду. Разрешение получено, вы знаете. Едем вместе. Будьте со мной. Навсегда? Навсегда. Какая ложь в этих словах. Всегда, никогда. Ну, конечно, навсегда. Год, может быть, 2-3. Разве это не навсегда? Вы хотите бессрочного чувства? Да разве оно есть? Никто бессрочно не любит. Обзаведутся детьми, а потом воротят носы друг от друга. Довольно, Марк. Я утомлена вашей теорией о свободной любви. Не лучше ли вам с вашим понятием о любви на срок найти себе подругу там, в Слободке? Зачем вы ходите сюда целый год? Изменились, похудели. Любовь не понятие. А влечение, потребность, счастье, данное человеку природой. Вот мое мнение. Это счастье ведет за собой долг. Это мое мнение. Долг за лучшие... Годы счастья, платить взаимностью остальную жизнь.
Забудьте эти долги. Эту бабушкину мудрость. Да, я давно в долгу перед бабушкой. Уже год как скрытничаю с ней. Но теперь я все скажу. Что же вы ей скажете? Все. Все, что было здесь. Зачем? Вы не поймете меня, потому что вы не признаете долга. А я давно в долгу перед ней. Вера. Зачем вы мучите нас обоих? Если бы я хотел обмануть вас, то обманул бы давно, но не могу. Я буду жить здесь, пока буду любить вас. А когда наступит охлаждение, я скажу и уйду, не унося с собой никаких долгов, правил, обязанностей. Вот видите, я не обманываю вас. Я высказываюсь весь. Скажу и уйду. Вы имеете право сделать то же самое. Здешние мертвецы, вроде Нила Андреевича, потихоньку делают то же самое. Но себе ухитрились присвоить это право, а женщинам не давать его. А между нами должно быть равенство. Живите вашей жизнью, Марк. Я не могу. У вашей жизни нет корней. Ваши корни давно подгнили. Пусть так. И не мне спорить с вами, опровергать ваши убеждения умом и своими убеждениями. У меня ни ума, ни сил не станет. Мое оружие слабое и имеет только ту цену, что оно мое собственное, не вычитанное, не понаслышке. Да, я хотела победить вас. Я ссорилась с вами за вашу беспорядочную жизнь. Я упрямо шла за вами. Вы поддавались моему влиянию, я поддавалась вашему. Я страдала за вас. Я думала, что ради меня, что выйдет... Вице-губернатор или статский советник. Что за дело до названия? Выйдя человек нужный. Благонамеренный, всему покорный, еще что? Еще друг мне на всю жизнь. Не уходите. Не уходите. Посмотрите мне в глаза. Идемте сейчас в дом, к бабушке. И завтра здесь не будет никого счастливее нас. Вы любите меня. Посмотрите мне в глаза. Дальше от меня. Да, я люблю вас. Но обманывать не хочу, не могу. Чего вы хотите от меня? Чтоб Бог благословил союз, вы хотите идти венчаться в церковь? Но это противно моим убеждениям. Я не верую в Бога и терпеть не могу попов. Вы грубо касаетесь того, что для меня свято. Вера, вы когда-нибудь вспоминали, что эта беседка висит над пропастью, над обрывом? Нет, я не о том, Вера. Мы оба сильны, и от того оба мучаемся, и от того оба расходимся. Уедем отсюда, Вера. Уедем. Уехать? Боитесь бабушки? Да, это правда. Боюсь. Она не пустила бы. Пустила бы. И благословила. А сама... Нет. Уехать нельзя. И потом для счастья не нужно уезжать. Хорошо. Я отдаю решение в ваши руки. Я не хочу вас обманывать даже теперь, в эту решительную минуту. Бессрочной любви я вам не обещаю, потому что не верю ей и не требую от вас. Венчаться с вами не пойду. Но люблю вас теперь больше всего на свете. Если вы после всего того, что говорю вам, кинетесь ко мне, значит, вы меня любите и хотите быть со мной. Прощай, Марк. Ну что ж, прощайте, Вера.
ты вернулся? Значит, ты понял? Боже, прости. Прости. Прошу у тебя прощения. Я расскажу тебе все. Зачем? Я не хочу. Потом. Передашь бабушке, я не смогу. Бабушке? Что будет с ней? Зачем ты поторопился? Не дал мне очиститься перед тобой. Я не хочу, чтобы она думала лучше, чем я есть. Бабушка все поймет. Бабушка все простит. Все рассказать? И вчерашнее? Да. И имя? Да. Бабушка, мне надо поговорить с вами. О Вере? Да. Беда? Нет, с моей точки зрения нет беды. Ну, а если с моей есть, то значит и беда. Да вон ты бледен. Стало быть, знаешь и сам, что беда. Ну, говори. Тебе не спится, Верочка? Не спится. А чего же? Зачем вы по ночам казните меня? Не смотрите на меня так, ваша жалость убьет меня. Лучше прогоните меня со двора. Но не изливайте по капле презрения. Зачем? Вы молчите. Что у вас на уме? Я не понимаю вашего молчания и мучаюсь. Тяжело. Тяжело, Вера, говорить. А долг велит. Молись. И пойми бабушку без разговора, если можно. Пробовала молиться. О чем? Тоска так. О чем ты тоскуешь, когда все забыто? Нет, не забыто. Моя вина в ваших глазах. Что ж ты видишь в моих глазах? Вы не можете понять меня. Вы святая. Вы никогда не были в моем положении, вы праведница. Грешница. Все грешны. Но вы не такая, как я. Такая же. Да, такая же грешница, как и ты. Бабушка, не клевещи. Бабушка, не лги. Я не лгу никогда, ты это знаешь. Я грешница, грешница. Прости ты меня.
Бабушка, что ты делаешь? Зачем говоришь мне это? Молчи. Возьми свои слова назад. Я их не слыхала, я их забуду, сочту своим бредом. Бабушка, не казни себя для меня. Нельзя. Он велит. Бабушка, встань. Зачем сказала ты? Надо. Он велит смириться, просить у внучки прощения. Прости меня, Вера, прежде ты. Тогда и я могу простить тебя. Я хотела обойти тайну, умереть с ней. Бог покарал меня в ней. Ты спасаешь меня от отчаяния. И себя тоже, Вера. Бог простит нас, но он требует очищения. Я думала, грех мой забыт, прощен. Сколько лет, но долг велит покаяться. Я молчала и казалась праведной людям. Я была среди вас, как окрашенный гроб. А внутри меня таился неомытый грех. Вот он, где вышел наружу. В твоем грехе Бог покарал меня в нем. Прости меня от сердца. Бабушка, разве можно прощать собственную мать? Ты святая женщина. Нет другой такой матери. Я молчала и не отвела тебя от обрыва. Твоя мать из гроба достает меня за это. Я чувствую, она все снится мне. Нет ничего тайного, что не вышло бы наружу. Вот и моя тайна вышла наружу. Если бы я знала, что этот гром ударит когда-нибудь в другую, в мое дитя, я бы тогда же на площади в толпе народа исповедовала свой грех. Как долго мы не знали друг друга. Я люблю тебя. Ты лучше всех. Да будет так. Я принимаю твое решение как Божье прощение. Теперь мы отдохнем обе. Милосердуй над ней. И если не исполнилась еще мера гнева твоего, отведи его от нее. И ударь опять в мою седую. Вы простили меня? Я люблю вас. Меня нет. Я другая. Я люблю вас. Вот, я получила сегодня утром. Тут я лишний. Читайте. Да читайте же. Если я сегодня не получу ответа, то знай, я способен прийти в твой дом.
Мне надо скорее решать, уезжать или оставаться. Уехать тебе со мной, наверное, не дадут. Для того, чтобы решиться на это, у тебя должны быть другие, одинаковые со мной убеждения и, следовательно, другая будущность, такая же, как у меня. Неизвестная, неопределенная, без угла, без очага, без имущества. Если ты надеешься на успех у бабушки, обвенчаемся. И я останусь здесь до тех пор, пока, словом, на бессрочное время. Я вполне чувствую всю безнадежность нашего положения и все-таки прошу тебя, приди сказать хоть слово, хоть проститься. Я никогда не была и не буду с ним счастлива. Даже если венчаться. Но надо сказать ему все, я не могу. А бабушка не выдержит. Я бы мог. Вам больно будет? Ничего. Я в обморок не упаду. Каков будет ответ на записку? Я ничего не отвечу. Но исполните, конечно, ее просьбу, не беспокоить ее больше ни письмами, ни посещениями этой беседы. Вам что за дело? Вы объявлены ее женихом, что спрашиваете? Для этого не нужно быть женихом, а просто другом. А если буду писать и посещать, тогда что? Я не знаю, как примет это Вера Васильевна, но если она опять даст мне поручение, я опять сделаю все, что ей будет нужно. Какой вы послушный и почтительный друг. Да, я именно такой друг. Я думал, что и для вас довольно ее желание, чтобы вы ее не беспокоили больше. Она с трудом поправляется от серьезной болезни. Что с ней было? Извините, я горячусь. Я знаю, что это глупо. Но вы же видите, что я сам как в горячке. Стало быть, вам самим нужен покой. Вы дадите ответ на записку Веры Васильевны? Слушайте, вы желаете ей добра? Конечно. Вы же видите, что она любит меня. Она вам это... Нет. Я этого не вижу, и она мне этого не говорила. Она дала мне записку и попросила подтвердить, что она не может и не желает больше видеться с вами. Почему она дала это поручение вам? Она вам доверяет. Стало быть, вы можете объяснить ей, как глупо противиться счастью. Ведь она не найдет его там, у себя. Вы посоветовали бы ей не мучить ни меня, ни себя. Постарались бы поколебать в ней эту бабушкину мораль. Если бы вы сумели ее понять, то вы бы давно знали, что она не из тех людей, которым можно объяснять и советовать. А колебать бабушкину мораль я не считаю нужным, потому что я разделяю эту мораль. Ответа никакого. Я уеду. Это именно тот ответ, который ей нужен. И вы уверены, что когда я уеду, она будет счастлива? $300, бабушка, отдайте дворне. Это за что же? За дружбу, за баловство, за услужливость. Вот урод, $300. Ну, пропьют они, и что? Ну и пусть. А лучше отпустите вы их всех на волю.
Да хоть сейчас всех отпущу. Да не уйдут они, Боренька, не уйдут. Ну что они будут делать со своей волей? Куда там? Хорошо вам так думать, бабушка. Послушай меня, Борюшка. Оставайся с нами. Ну, куда тебе ехать? Зачем? Ведь сам не знаешь. Время, бабушка. Время. А зачем? Папы Римского не видал. Вот видишь, и сам не знаешь, дурачок. Когда душа просила стыть, погибнуть и любить, когда желания и мечты снились жить, когда еще я не пил слез, из чаши бытия, зачем тогда в венке из роз теня не отбыл я. Вот вы говорите, что меня неделю не видели, а мне никак нельзя было. Губернатор не отпускал. Велел дела к канцелярии приводить в порядок. Пустяки. Слушайте его, бабушка, никаких у него дел нет и быть не может, да? Ей-богу. Ах, какие вы! К нам новый правитель канцелярии поступает. Мы описи делали, дела скрепляли. Ей-богу. Я 1500 листов по делам скрепил. Даже по ночам сидели. А если бы губернатор не знал, что у меня через 2 недели свадьба, разве меня бы отпустили? Ей-богу. Что это у вас за привычка божиться по пустякам? Как по пустякам? Вон Марфа Васильевна не верит, а я ей-богу. Опять. Бабушка, так это значит правда, что беседку ломают? А ты разве не слышишь? Это была большая глупость поставить беседку над обрывом. Но, слава богу, всякая глупость имеет свой конец. Только это и радует. Теперь, когда уехали Борис Павлович, в городе станет совсем скучно. Мне жалко, что брат уехал. Скоро все уедут. И станет тихо. Совсем тихо.
хотите, счастье мне, хоть дышит в вас оно, с ним в промелькнувшей старине. Простилася я давно, не нарушайте ж я молю, весна души моей и слово страх. Весна души.